Ah, this is Ferris. It's been 2 hours since the Paladin left. My leg. I can't staunch the bleeding. The bullet must have hit an artery. Brandis, if you get this, I hope you made it back to Ascalon in time. There was nothing you could do for me. Ah, get to the bunker up north. You'll survive. That's all that matters. Итак, я вот тут решил послушать голозапись. Ну, задание было, нужно было выполнить. Вообще, я думаю, либо пойти паладинам помочь, либо же двинуть по основной сюжетной линии. Пора бы уже. Кстати, где этот бункер? Какой там еще бункер нас отправляет? Так, это первое задание. Это второе. А вот и разведбункер Тета. Давайте, наверное, в Diamond City двинем. Но при этом мы двинем... Так, здесь мы не были. Через город идти неохота. Так, если мы здесь по прямой двинем к этой ферме, то я думаю, проблем не будет. Рюкзак очистил, опустошил. Место есть там около сотни свободного. 80-90 единиц, точно не помню, на этого должно хватить. Вообще, я думаю, что всякие походы в магазин просто буду вырезать. Вдобавок, подумаю создать сундук, потому что у меня очень много еды. Отдельный для еды сундук, в который скидывать все это барахло. Да, я не стал одевать бронекостюм. Решил походить без него. Кстати, дорога. Думаю, пока без него похожу. Какая-то палатка здесь. Но это железнодорожный путь. Там еще завод, смотрю. Не могу понять, что за завод. Ну да ладно. У меня другая задача. Надо... идти по сюжетке. Что-то я отвлекся. Ну, это, в принципе, всегда было. В таких играх. Как же охота туда зайти? В играх серии Тесса. Ну, Бетезды вообще, скажем так. Беседка. Какие же у тебя заразные игры. Так. Сигнал пропал. Это тот самый военный сигнал. И станция Берленд. Тут какая-то вышка. На вышку можно зайти. Ой, здесь даже жилая, помидорчики растут. Кто здесь есть? Воровать. Значит, тут есть хозяева. Ладно, двинем дальше. А впереди еще какая-то шестеренка, значит, завод или бункер. Не помню на самом деле, по-моему, бункер обозначен шестеренкой. Так, ладно, собака не рычит. Состав, может быть, бронекостюм будет. А может быть и не будет. Что-то у меня есть подозрение на гулей. Да. Пес. Отвлек от меня гули. Так, ладно, патроны. Не открывается? Нет. Мне просто выбежали непонятно откуда. Один, ладно, лежал под поездом, я увидел. Второй, наверное, где-то в кустах валялся. Третий вообще не понял, откуда вылез. Так, что у нас здесь ждет? Какое-то подполье. Ну, надеюсь, перехода никакого не... Что-то глубоко-то.
Что это? А, понятно. Это подъем на мост. Ладно, нам это пока не нужно. Двигаем обратно. Что у нас здесь? Пусто. Там еще какой-то... Так, это водонапорная вышка или что? Ладно, еще одна сторожевая будка. Ну, не сторожевая. О, здесь есть перевалочный пункт. Переход будет. Нет, зря я это сделал. Я ведь шел в Diamond City. Как всегда. Надеюсь, здесь маленькая комнатушка. Trick or treat. Это типа кошелек или жизнь, да? Там, по-моему, оно переводится. Жуть. Или сладости, или... Что-то со сладостями связано. Плохо помню. Патроны. Пистолет нафиг. Ты-то как сюда залез, Бобик? Тесак нам нужен. Самодельный аккумулятор возьмем. У них тут Хэллоуин был. Был. Металлическое ведро. Это что, ящик металлический? Пакет крови. Кого-то убили там, да, человеческая челюсть. Нафиг, пойдемте отсюда обратно. Где выход? Вот он. По-моему, да, что-то вроде кошелек или сладости, не помню я. Так, идем, идем, идем. Опять вот значок бункера увеличивается. Я все-таки побаиваюсь, что я могу сейчас найти бункер. И медведь. Так, он застрял в дереве. Отлично. Жареное мясо. Хорошо, что медведи ходят по одному. Так, что на убежище 81. Да. Убежище. Это больше на пещеру похоже. Какое-то нищее убежище. У нас то побогаче было. О, ядер кола. Кресло неплохое. Что здесь у нас еще? Да, военные деньги. Ладно, возьмем. Папка. Ментаты. Всякую хрень собираю опять. Стоп, комнатушка. Сортир. Реально какие-то... Нищее убежище. Далеко ли Diamond City? О, за озером. Можно пройти так, обогнув озеро. Блин, даже не знаю, по левой или по правой стороне идти. Это все-таки резервуар. Ух ты! Опять? Где моя собака? Ладно, пойдем по правой стороне. Уже нет времени думать.
Да, блин. Корова недоеденная. Где ты, падла? Давай, выходи. Где-то комар. Да, за домом летает. На улице. Hold position. Hey. Давай, следуй за мной. Ты бы пошел этого таракана убил. Бесполезное ты существо. О, крышечки. Это что такое? Будильник, нафиг не... О, оружие должно быть. Да, оружие. Ни о чем. Крысиный яд, в принципе, возьмем. Патроны тоже возьмем. Че еще есть? Сейф. Очень сложный. Да, я его не открою. А, это обезьяна. О, алюминиевая банка была. Консервированное мясо. Скипидар, конечно, он мне не нужен. Опять муха. Проверим терминал, пока собака будет сражаться. Я надеюсь, что собака будет сражаться. Воспроизвести запись. Мы с Бес добрались как раз к закату. Старый дом еще стоит, хотя с северной стороны немного просел. Надо будет в следующий раз подпорки поставить, может, весной. Внутри все перевернуто, драные рейдеры. Опять неделю или две придется убираться. Причем 2287 год. Уже забыл, как приятно наконец осесть в одном месте. Бес, похоже, тоже довольна. Не верится, что прошло уже 10 лет, до сих пор помню, как Анника наставила на меня дробовик. Вот это знакомство. Думаю, мы оба были рады, что она тогда не нажала на курок. А, утром пара дутней доставали БС, прогнал их, мерзкие создания. Весь день собирал электроловушку из остатков старого генератора. Вроде работает, одного разряда достаточно, чтобы больше не лезли. Сегодня звездопад, сидел на крыльце и смотрел на звезды, как мы любили раньше. Вот уже 3 зимы, как ее нет. Остался только медальон и этот старый дом. За что ей такая судьба? Рыбачил, когда налетели насекомые. Дутни и прочая дрянь. Целый рой. Удалось отстреляться на лодке, но лодка перевернулась. Обратно пришлось добираться вплавь. Я их отпугнул, по крайней мере на какое-то время. Бес испугалась. Но ничего страшного, если так будет продолжаться и дальше, уйдем с рассветом. Мне показалось в прошлой записи, что она умерла и остался только медальон. Или нет? Или он про кого? 15-е, 17-е. 3 года ее уже как нет, или сколько там он сказал? Не очень понял. Уже 3 зимы, ну 3 года. С кем? Ну ладно. Тут он пишет, что Бес. Бес это может собака? Странно. Не могу найти медальон. Наверное, выпал из кармана, когда лодка кильнулась. Надо возвращаться и искать. Это единственное, что у меня от нее осталось. Я не могу и его потерять. От кого? Ошибка. Ну ладно. Еще и током ударило. Надо что-нибудь есть. А, запасы карманов огромные, поэтому, в принципе, я уже не могу жаловаться. Надо есть мясо, которое много весит. Опять. Место освобождать. Так, до медальона я не доберусь. Вон лодка перевернутая. Да, радиация.
ладно. Опять вернул с пути. Через какой-то лагерь решил пройти. Не знаю, сейчас посмотрим, что здесь вообще нас ждет. Блин, это завод какой-то. А, наверняка тут есть... Ё-моё. Я живых не вижу. Ну да ладно. Массачусетский. Торнпайк. Не знаю. Это завод какой-то. Но я никого не вижу там. Трупы. Реально, трупы. Я что-то пока не хочу туда идти. Мне нужно дойти до задания. Мы идем в Diamond City. Псина обнаружила врага. Вот ты ж вовремя. Зря ты это делаешь. Кто там? Я вижу, да. Рейдер. Где ты там? Блин. И... Собака. Меня обнаружили. Кто-то еще есть. Так, враги. Где-то здесь я убил одного. Ага, вот он. Что у тебя есть интересного, нового, чтобы мне это помогло? Очень-очень хорошо. Ничего. Пусто. И у тебя ничего. Меня не видит. Где-то есть еще. Ну, учитывая, что здесь подъем наверх, значит черти сидят наверху. Тихо. Говорят, что ему нужна помощь. Она что ли говорит? Да, люди на помощь. Я возьму дробовик. Хозяйственный магазин Хосмаг. Ну посмотрим, может там действительно кому-нибудь нужна помощь. В чем я очень сомневаюсь. Учитывая, сколько раз такие вещи попадались в той же Red Dead Redemption или GTA. Ты ж, баба, меня обманываешь. Надо сохраниться. Ты ж мне, скотина, заливаешь. Да. Так, ладно. Они себя уже выдали. Taking so long. I don't know. Maybe you should go check it out. You don't think I will? I'm tired of sitting on my ass anyway. What's the point of hiding back? You need a drink. Why the hell don't we just shoot them in the head the second they step through the door? Угу, меня потеряли. Ну-ка, иди сюда. Так. Видимо, мне сюда.
Нет. Нет, это что-то какое-то... Ух ты! Они их убили и переоделись, что ли? Как-то жутко. А, ладно, ух ты, крышек 125. Неплохо. Так, они знают, что я здесь? Нет, похоже, не знают. О, знают. Шавка уже там, развлекается. Блин, я себя убил, да? Да. Сразу же пойду в обход. Не умею я кидать коктейли молота в замкнутых пространствах. Да и вообще за здоровьем следить надо. Ладно. У меня немножко времени. Ну все, можно идти. А это что такое? Дешевый чудо-клей возьмем. Бабик, пойдем в обход. Где там моя собака? Давай, мы идем по стелсу. Чё ж они их не сожгли-то, столько дел. Так, патроны, банка. Опять 125 крышек, ничего не изменилось, и все, тут больше нечего брать. О, тут еще есть заначка. Тишина. Что-то они уже смеются там, по-моему, они с ума сходят. Во, вижу. Еще попасть. Так, отлично. Еще двое. Идете, нет? Давайте. С двумя я справился. Вот они. Так, один остался. Блин, собака, давай, справляйся с ним. Я тебя за что кормлю? Убили в сортире, просто замочили. Но, видимо, на этом все. Так. В плане брони ничего у него нету. Мощный пистолет на 27 урона. Ладно, фиг с ним. Игра настольная. Давайте возьмем. Может, что полезное. Там, по-моему, какие-то радио... радиоактивные вещи с него добываются, точно не помню. Патрончики. Патрончики. Вообще броня ни о чем у них. Ох ты. Так себе. И стимулятор. Смотреться надо.
Винт, стимулятор, мед. Так. Быстренько. Беличьи сухарики. Вверх еще посмотрим. И я думаю, на этом все, можно валить в город. Какой-то тупик. Да, можно было в обход пройти. Через верх. Блин, сломался таки. Значит, где-то здесь мало. Да, пойдет. Yes. И еще один замок. Чудо клей возьмем. Очень сложный. Я его не открою. Дробовик на 50. У меня дробовик, по-моему, 75 бьет. Ну ладно. Пойдемте. Стоп. Ящик с инструментами. Это надо открыть. Ладно, у меня и так отмычек дофига, их не жалко. Sweet. Ничего нету. Серебряный медальон можно взять. Все, можно двигать наверх. Как в принципе я и думал. Здесь будет подстава. Ничего хорошего. Ну, немножко лута и все. Ну что? До Diamond City осталось 80 шагов, наверное, метров, не знаю, в чем оно измеряется, но я уже приближаюсь почти к завершению. Блин, я запутался, я вообще заблудился. Это должен быть, вот он, перекресток. Надеюсь, никаких подлянок меня здесь не ждет. Ты добрый? Да, он добрый. На тараканах, наверное, нацелен. One of your shops inside the city if you need to trade. Отлично, внутри полно магазинов. Репортершу не пускают. You open this gate right now, Danny Sullivan. I live here. You can't just lock me out. Open up. Здравствуй, женщина. You want into Diamond City, right? Вы кто? What? Who are you? Shh. Lay along. What's that? You said you're a trader up from Quincy? You have enough supplies to keep the general store stocked for a whole month? You hear that, Danny? You gonna open the gate and let us in, or are you gonna be the one talking to crazy Myrna about losing out on all the supply? Jeez, all right. I need to make it personal, Piper. Give me a minute. Better head inside quick before old Danny catches on to the bluff. Что за бред?
Ну ладно, сначала ты. Это таким странным способом я попал в Diamond City. I'll have that printer scrap for parts. Ooh, that a statement, Mr. McDonough? Tyrant mayor shuts down the press. Why don't we ask the newcomer? You support the news? Because the mayor's threatened to throw free speech in the dumpster. Это не мое дело. This really isn't any of my business. Oh, I didn't mean to bring you into this argument, good sir. No, no, no. You look like Diamond City material. Welcome to the great green jewel of the Commonwealth. Safe, happy, a fine place to come. Spend your money, settle down. Don't let this muckraker here tell you otherwise, all right? Ну, вообще звучит замечательно. Да, звучит заманчиво. I'm sure your city's a great place. Yeah, greatest house of cards in the Commonwealth. Until the wind blows. Now... Was there anything particular you came to our city for? Да, пропал человек. Trying to find someone. Trying to find someone? Who? My son, Sean. He's less than a year old. Wait, your son's missing? Да, сразу газета такая. Oh, you hear that, McDonough? What's Diamond City Security doing to help this man, huh? This isn't the first missing persons report to come through here, and now we have an infant who's been taken? No, don't listen to her. Well, I'm afraid that our security team can't follow every case that comes through. Почему его фразы нету? Diamond City has every conceivable service known to man. One of our great citizens can surely find the time to help you. Well, sure. And a mayor of a great city must know everyone. Who can help me? Well... There is one private citizen. Опять этот диалог. Похищенный ребенок. Что за проблемы? Usually for debts or whatnot. Now I have to get going. I'm sorry, Diamond City Security doesn't have time to help, but I'm sure Mr. Valentine charges a reasonable fee. This is ridiculous. Diamond City Security can't spare one officer to help. I want the truth, McDonough. What's the real reason security never investigates any cases? I've had enough of this, Piper. From now on, consider you and that little sister of yours on notice. Yeah, keep talking, McDonough. А если камеру от вас оторвать? I'm impressed. О, Not everyone ожили. Can claw information out of McDonough's tight-fisted hands. Why don't you stop by my office after you see Valentine? I think I just found my next story. Да, сюжет века. Правда, проблемы с диалогами. Что-то они куда-то потерялись. Здрасте. Проходи внутрь. Ну ладно, пойдемте в город. Что нам еще делать, если мы шли в город столько времени? Не знаю, все-таки уже 17 уровень, пора бы уже взяться за сюжетку, хватит бродить по всяким различным станциям, заводам, поселениям и прочего. Я думаю, нас и так прогоняют по ним неплохо. Какой ужас, а? Это спутник? Это, наверное, из бункера какого-то. 111-й. Мой персонаж из 111-го. Там никто не выжил, кроме моего персонажа. Как так? Ну ладно, на этом замечательном виде все-таки можно завершить сегодняшний поход. Всем спасибо, всем пока.